Ну да, вот такой вот 31-й день челленджа. Итак, ребята, я занимался спортом, читал книгу, и теперь пора перейти к нашему разговору. По просьбе моего подписчика сегодняшняя тема будет, так сказать, продолжение вчерашней темы, но только в другую сторону. Вчера я говорил о том, как питаться, когда ты на диете, а сегодня буду говорить о том, как питаться, когда ты хочешь набирать массу и стать еще более массивным и еще более сильным. В первую очередь я хочу посоветовать всем вбить в Гугле калькулятор калорий. Это такой калькулятор, где ты выбиваешь твой вес и выбиваешь рост, возраст. И потом оно дает тебе количество калорий, которые ты должен употреблять в день, чтобы твой вес не двигался вообще. И количество калорий, которые ты должен использовать, чтобы твой вес рос и чтобы ты похудел. Если вы делали это, то практически ничего другого не остается. На самом деле набирать массу легче, чем соблюдать диету, потому что набирать массу можно там есть много. Не так уж важно, что ты ешь, но главное, чтобы ты ел много. Можете есть все что угодно. Советую много есть омлеты, но не простые омлеты, там омлеты с грибами или же, может быть, с мясом, с грудкой. Съешьте мясо в многом количестве мяса. Для набора массы вы должны взять ту цифру, которую вы должны использовать, чтобы день за днем ваша масса поднималась вверх. Точную цифру вы можете взять в калькуляторе калорий. Ребята, скажу так, просто соблюдайте несколько правил. Например, сколько раз нужно принять пищу. Прием пищи должен быть минимум 4 раза в день. И оно должен быть таким, чтобы количество полученных калорий от этих приемов пищи в сумме должен быть таким же, минимум таким же, который дает вам калькулятор калорий, чтобы вы смогли уже день за днем прогрессировать. Если вы хотите в более ускоренном темпе набрать массу, то вы можете уже принять больше калорий, чем показано в КК. Если что, КК означает калькулятор калорий. И каждым днем вы будете прогрессировать все больше и больше. Я думаю, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Поставьте лайки. И самое главное, поделитесь этим видео вашими друзьями и родственниками, чтобы они тоже были в курсе обо всем хорошем и обо всем эффективном. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.